Всем привет, ребят, с вами Федор ТВ. И сезон закончился. Сейчас заберем награды за несколько звездных жетонов. В смысле? Какого хрена? За Була 120. За нее 70. У нас 90 старых получили. Мне хватает. Так. Сейчас жетончики все заработаю, чтобы все сундуки заработать. Да, билетик. Так, что нужно? Вот она, акция. Любимая моя уже. Стала. Роза Пайпер. Ладно, сейчас за кадром мы сыграем чуть-чуть. Да, кубков нету. Зато есть Эмс. Сейчас мы сыграем. Несколько каток и вернемся. Так, все сундучки накоплены. Все жетоны потрачены. Начинаем открывать. Мне главное, чтобы сыпались тоже. Пригодятся. Конечно, надеемся на мифика или легу. На меньше я не могу надеяться. Но если ничего не будет, то я знаю, как ролик назвать уже. Самый невезучий аккаунт в мире. Ну, как минимум в России. Так. Ой, чудесно не говорю. Ну, пока что ни хрена. Ну, как я думаю, что нам и из больших сундуков, и из мега ящиков вообще не вполне купить ничего. Что-то выпить, то будет круто. Но мне ничего не будет. Что я не самый неведущий человек в мире, и аккаунт мой не выучил. Вернее, я. Да, за больших ничего было. Вся надежда только на большие. Зато у меня почти 500 голды. Почти 500. Теперь 128. Давай, братан. Первого ни хрена, как я понял, да, ни хрена. Два еще тоже. Тоже. Есть. Братан. Потом завернемся. Магазин. Все надежда на вас, братан. Давай. Нет. Ну, теперь надеемся в мегаящик на 6 предметов. Куда? Пожалуйста. Мегаящик 6 предметов. 6. Да вы издеваетесь. Да мне в задницу не нужны ваши 3 бонуса. Ну да. Я не понимаю, да пошли уже, кому да больше качать. 8 бит до 500 качать. Да уж. Боже мой. Ну, я тут ничего не дал у нас, как обычно. Ну, хоть Эмс есть. Даже это не утешение. Фигня. Попробуем сыграть на видосик. За Эмс в рубль. Это команда говно. Сейчас кого-то закрытим. Чё я, блядь, подхожу? Давай! Опа! Не знал, что-то постаршило хитерю. Скунь тоже прикольный. Пассивки на нём. Не спал, пассивки на нём. Ну что это такое? Он невидим ли он? Нафига ты в инвизит выбрал мяч? Нет, конечно, можно побрать, ты понимаешь. А?
Забьете, думаете, да? Ну хрен вам. Постараюсь поразить на хрен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, опасно вообще. Давай-давай-давай, пасуй! Ну, алло. Да. Атаковал чуть-чуть. Ну, у нас что-то тут Биби какая-то странная у нас. Я вас не понимаю. Я не понимаю ни русский язык. Английский очень больно. Ну, такие языки я не знаю. Наконец-то кого-то убил. Падла прям меня. Урод. Вы что, ворот заводили? Ворота-то пустые все. Идите в жопу. Перехвати. Биби. Тебе плохо? Реально не зарезает игра. Какая тупая. Немножечко, но тупая. Немножечко, ну что, мы все немножко дебилы. И вот так вот такой спайков. Немножечко. Все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Замедлись, падла. Как тебе замедлить? Не нравится? Поржутал вкус? Не-не-не-не. Если он мяч забьет, то я охренею. Как я понял, да, он забьет. Блин. Еда команда дебилов. Вот так вот играем. Так и думал. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.